На короткую дорожку спорткомплекса Блинова выходят самые маленькие. Это к старту чемпионата и первенства Омской области по шорт-треку готовятся представители категории «Супердетский возраст». Шести-семилетние атлеты на своих первых соревнованиях по скоростному бегу на коньках показали все, чему научились за год тренировок. Мы готовились сильно на тренировках, приехал, чтобы поучаствовать, может, что-нибудь выиграть, показать себя, что я готовился целый год сюда ехать. Мы приехали с тренером для того, чтобы завоевать кубки, медали. Ну, тут такая огромная скорость, что это вообще... Ты когда едешь, это неописуемое ощущение. Участники соревнований представили спортивные школы Омска и области. Шорт-трекисты выступили в 5 возрастных категориях. Супердетский, детский, младший, средний и старший возраст. Победителей определили на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Соревнования уже все закончились у нас. Здесь просто подводим итог работы за год, за вот сезон вот этот 2013-2014 год. Что наработали тренеры, посмотреть, какие результаты сейчас покажутся. И отсюда скомплектуется здесь сборная команды школы, области, которая, по-видимому, будет готовиться к следующему сезону на вышестоящие соревнования. На первенство России, Кубки России там и прочее, прочее. Заслуженный тренер России Анатолий Брасалин, воспитавший таких мастеров спорта, как Нина Евтеева, Татьяна Бородулина и Екатерина Баранок, пристально следит за подрастающим поколением шорт-трекистов. Именно здесь, на региональных соревнованиях, опытные тренеры выявляют сильнейших спортсменов и формируют сборную команду области.